Всем привет! Вы смотрите канал See and Buy. Смотри, покупай. И сегодня я получил вот такую вот посылку, которая вот, это мне не нравится, заклеена скотчем и распечатывалась ножом. Видно, что пакет разрезанный, то есть распаковывали его. Я не знаю, это на почте или не на почте. В общем, это каподастер для гитары. Давайте посмотрим, что от него осталось. Шла посылка 18 дней. Да, и заплатил я за него $87. 87 центов. Вот такой вот каподастер. Заказывал, конечно, черный. И эти китайцы, они такие китайцы. Короче, вот такая вот упаковка. Самый обычный каподастер, но там есть на Алиэкспрессе есть разные каподастеры по дизайну. По предназначению они все одни и те же, но по дизайну они разные. Этот металлический, из алюминия. Вот так вот он сжимается туго. Ну, я надеюсь, если туго, это хорошо, конечно. Но как-то, ну, не знаю. Может так и должно быть. Я, в принципе, не спец. Это мой первый каподастер. Я еще и на гитаре играть толком не умею. Но вот такой вот каподастер есть. Будем пробовать. Написано Professional Quality Good Fun Achievements. То есть профессиональное качество. Ну, конечно, я так и вам поверил. Вот такой вот каподастер. Вот этот каподастер я вам советую. Там есть другие каподастеры по чуть-чуть другой у них дизайн. И цена у них дешевле. Я советую вам вот такой вот. Не знаю, просто мне так советовали, я вам так советую. Говорили, что этот просто лучше прижимает струны, а тот слабее. Ну, в принципе, вот я сейчас жму, да, и ну, он будет прижимать струны, я надеюсь, так как надо. Потому что достаточно туго ходит. Так что со своей задачей, я думаю, будет справляться. Вот тут есть такая резинка. Она не очень-то мягкая, но ну, для того, чтобы струны как бы и не скользили, и не пережимались сильно. Ну, каподастер нормальный. В общем, все, спасибо, что смотрели. Если вам нужен каподастер, можете посмотреть ссылку в описании. Если вам подойдет, можете купить себе. Подписываемся на мой канал, ставьте лайк или дизлайк, как кому удобно. Спасибо, что смотрели. Еще раз, пока.